поближе, мой хороший. Итак, дружочки мои, послушайте меня внимательно. У меня здесь строгие правила. Меня фотографируйте сколько угодно, один я ни с кем не фотографируюсь. Второе. Когда обращаюсь к ребятишкам, значит, я обращаюсь ко всем. И отвечайте мне, пожалуйста, все. Здравствуйте! Здравствуйте! Рад, что вы в гости ко мне пришли. Молодцы! Это еще одна волшебная комната в моем теле. Мне называется кабинет. Я здесь работаю. Помогаю исполняться вашим заветным добрым желаниям. Много у меня чудесного и интересного здесь. Вот ключик. Он от ворот моей усадьбы. Каждое утро ворота отпираю, вас гостью приглашаю. На ночь ворота запираю, чтобы никакая злая сила сюда не проникла. Не помешало бы моим помощникам готовить для вас подарки, ну а мне, чтобы не помешало отдыхать и чаек попивать из моего волшебного самовара. Вот он, башнёво, а ух ты! Этот самовар непростой, знает кого и каким чаем угощать. Захочешь горячую чайку, смотри, кипяточку нальет, чтоб пар из-под нос шел. Захочешь тепленький, пей на здоровье. Я пью чай холодный, а мне холодно ливает. А почему? Потому что идет мороз.